И здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега, мы продолжаем играть в Dragonlight. Летит там дичь. Сразу же. Давай. Разберемся. Чем дальше игра развивается, так это назову, тем больше почему-то лаговать начинает. Вот эти вот прогрузки все, честно говоря, меня уже одолевают. Я не знаю, с чем это связано, но просто трындец, смотрите. Какое-то слайд-шоу. Вот реально, пока в локации не побегаешь какое-то достаточно такое время, пока эта прогрузка не пройдет, будет вот так вот. Даже звук, по-моему, немного хрипит, как бы подлаговывает. Я не знаю, как с этим бороться. Вот было вообще все нормально, стало вот так вот. Просто отстойно. Ну реально. Я думаю, что скорее всего это, наверное, будет завершающая серия по Dark and Light. Если ничего не изменится, ну смотри. Я просто здесь не могу играть. О, в дом зашел, стало хорошо. О, сразу же все. Я не знаю, может быть какие-то там тени, может быть отключить, может быть еще что-то сделать. Ну, короче, стало прям не очень круто. Ладно, с этим мы разберемся, но пока что, на сегодня план простой. На сегодня мы должны осуществить следующее. Так, надо вот эту вот нам вернуть на крышу, верну посадить, а то какие-нибудь пантеры ее загрызут. Ну вот смотри, стало нормально. Вообще вот, просто идеально стало. Все хорошо. То есть вот это вот, похоже, локация прогрузилась и стало все хорошо. Почему прогрузка настолько много времени занимает, я не знаю. Кто-то там опять прилетел. Ну-ка. Куда пошла? 44 левел. Свободно. Так вот. На сегодня. Пошли еще пантеру убьем. На сегодня нам нужно разобраться с металлическими постройками и вообще посмотреть, что это за металл, что это с ним, как с ним бороться и вообще как с ним поступать. Долбаные пантеры раздражают. Вон еще одна ходит, смотри. Зато кач, опять же, с другой стороны, такое необходимое зло, которое заставляет прям прокачиваться. Давайте сразу же починимся. Отлично. Такс. Что у нас? Все. Опасности никаких. Я думаю, что надо мне зафигачить. Немножко вот веревки возьмем. Дерево возьмем. Что там еще? Солома нужна была какая-то. Солома. Вот такая вот. Отлично. Давай посмотрим. Мне нужны обычные простые фундаменты. Этими фундаментами я рассчитываю, что я все-таки как-то высоту приподниму. Крафтим 5 штучек. И нам нужно валить куда-нибудь на гору. Валить на гору именно для того, чтобы получить первоначальный левел. Давайте посмотрим. Фреймворк, айронворк. Короче, нам нужно получить первый левел. Нам нужно собирать железо из вот этих, из кучек металлических. Давай, это пока сюда кидаем. Остальное барахло выкидываем в верстак, чтобы оно нам не мешалось. Три вот этих штуки у меня есть с собой. Поэтому погнали. Они же вроде как ставятся на землю. Или не ставятся не на землю. У меня еще в инвентаре куча всего. Да, не на землю ставятся, так что все норм. Давай мы вот это еще барахло все вот сюда повыкидываем, чтобы вес не занимать. Да мне даже столько-то и не надо. Одной, мне кажется, будет более чем достаточно. И этого хватит нам, чтобы прокачать навык, да? Кирка целая, все целое, погнали. Нам нужно гнать туда, где у нас вводится металл.
А металл водится либо вот там. Кстати, погнали, вот там мы еще не были. Я пешком только туда забегал. Так что мы сейчас там побываем. Да, тоже ничего такого особенного. Тоже станция, которая транспортная, которая должна работать. Вон опять слайд-шоу, смотри, начинается. Вот она, эта станция с драконом, с этим большим. Все, прогрузилось. И 12 часов утра, и так ярко что-то. Прямо сейчас таз. И дракоша, смотрите, заспавнился, и заспавнился криво. То есть он внутри этой станции. Но я говорю, я где-то даже видел, что около эльфийских городов я даже видел, что летает один из драконов. Так, тут, по-моему, кто-то был, нет? Не знаю, там грифоны хлещутся с кем-то. Ну да ладно. Так, погнали. Нам нужно добывать железо. Давай, Iron Work, 5%. Вот таким нехитрым способом. Двенадцать процентов. Вот таким нехитрым способом мы сейчас прокачаемся. Вот здесь вот я поставлю ящик, в который буду, собственно, и складывать вот это вот все. Все вот это вот барахло. Давай, готово. У меня на базе уже наплавлено какое-то количество вот этих вот ресурсов, но для того, чтобы первый левел взять, придется немножко подолбать. Так, вон там вот эту чайку двуголовую надо прикончить. Ну-ка, где ты там? Свободно. Отлично. Давай. 23% Ironwork. Так, по грузоподъемности пока что полный порядок. Так, я не понял. Так, норм. Сейчас по-быстрому собираем все эти депозиты, прокачиваемся. Ironwork 33%. Ну вот эти товарищи вроде как не опасные. Не опасные, да? Где еще жилы? Жилы железные мне нужны. О, барыга какой-то. Люка, левел 80. Продает парашют и продает, короче, глайдер вот этот. На глайдере можно отсюда, наверное, лихо как-то спикировать. Ну да ладно, это дело такое. Так, давай. Это все загружаем. Я потом потихонечку это все на базу перетаскаю. Погнали. Еще найдем. Где здесь еще жилки? Не вижу. Может, где-то повыше? Пошли повыше, взлетим, посмотрим. Может, где-нибудь здесь? Нету. Так, ну здесь только коппер, медь. Великан, смотри, как забрался куда. Так, ладно. Здесь у нас чего такое? Что-то и с дальностью отрисовки этих жил. Или они спавнятся так на глазах? То, что я давно здесь не был. Так, здесь не то. Стервятники, виверны. Я уже радиус отрисовки теней уменьшил. Он прям на глазах видно, да, как это все работает. Но все равно не помогает. Оптимизация прям хромает у этой игры, откровенно говоря, в последнее время. Причем на обе ноги хромает.
Че, неужели здесь так мало металла? Все. Закончился металл. Печалька. Печалька. Ну давай заберем то, что есть тогда. Погнали, на базе это выгрузим. И все-таки отправлюсь тогда на то место, которое мы с самого начала еще на коне посещали. Там металла было очень много. Давай. Там грифоны кого-то гоняют. Смотри прям. Давай, опять загрузочки, опять прогрузочки. Гиена в гости пришла. Нормально, все. Пошли. Это сразу, наверное, зарядим плавиться. Так, у нас тут слитков, в принципе, вообще нормальное такое количество. Так, хорошо. Слушай, у меня еще медь есть. И еще железо есть, которые можно поставить, выплавляться. Что-то я под это дело как-то забыл. Так, давай-ка мы сразу же организуем это все. Так, это у нас мифрил. Хорошо. Так, ну мифрил пока здесь оставим. Его не так много. Так, это сюда. Это сюда. Тут порошочка сделаем. Здесь сделаем. Хорошо. Так, нам нужно немножко дровишек. Раз, два. Пойдет. Это сюда толкаем. Так, слитки забираем. Давай. Металл, металл, металл. Люди гибнут за металл. Что у нас? Да уже много всяких разных слитков, да? 196. Так, давай еще посмотрим, что мы можем сюда засунуть. Вот это можно забрать. Еще три слота. Да не, наверное, два. Давай как-то вот так. Сейчас в печке это все организуем. Вот так, вот так. А медь есть, чтобы, например, два слота меди и остальное. Вот это, не знаю, будет, не будет выплавляться, честно говоря. Никогда что-то не запаривался этим вопросом. Так, ладно. Зажигаем. Поехали, это все. Это тоже все плавим. Хорошо. Теперь вот здесь, вот здесь, вот здесь. Норм. Еще можно что-нибудь загрузить. Так, мифрил. Есть. Сталь есть. Это есть. Хорошо. Давай попробуем засунем. Может, что-то из нее хорошего получится. Не знаю. Ага. Этих-то слитков нету, поэтому не будет плавиться. Ну пускай эта руда тогда здесь валяется. Мифрил можно. Короче, пускай просто валяется. Не буду жечь зазря. Выгружаем вот это. И в целом норм, да? Так, что у нас есть? Это есть, это есть. На починку посоха. Мне нужен тогда еще один ящик. Берем. И все, и отправляемся на то место, где мы были на коне. Это нам куда-то вот туда лететь. Так что погнали. Iron Work уже 97%. Сейчас должно быть уже. Все, готово. Отлично. Ну все, для начала строительства этого более чем достаточно. Так что норм. Я только-только там в ящик выгрузил все. Ну да ладно, нам металл как-то не очень-то и нужен, поэтому погнали. Погнали до базы. Пока сюда дело, подкрафтил еще деревянных фундаментов. Вот так вот, чтобы было.
Это раз. Так, смотрим. Смотрим. Что мне нужно? Мне нужны постройки. Вот эти постройки. И вот это мне нужно, да? Крафт две штуки. На каждую нужно 30 камня. Коппер и айрон. Давай, без проблем. Коппер, айрон. Нам, в принципе, много их потребуется, так что это строить, не перестроить. Так-то по-хорошему, если разобраться, да? Придется много строить, много плавить. Но, в принципе, запасики-то есть, так что... Так, и еще камня нужно нам. Раз, два, три. Пойдет. На какое-то количество фундаментов хватит. Так, есть, есть. 12 штук. Потому что надо качаться, надо... О, Ironwork, level 2. Стена. Окно. Дверь. А, нет. Задвижка в окно. Окно лучника. Амбразура. Что там еще у нас будет следующее? Дверь. Укрепленная дверь вот эта. И дырка, ну, короче, окно, которое закрывает окно лучника. Давай. Оп. Ранг 3. Отлично, это прокачали. Хорошо. С этим разобрались. Давай немножко возьмем тогда фаундейшнов. Сколько они весят? 120? Нормально. Нормально в целом. Так, пожрать есть что? Пожрать. Пожрать-то толком нечего, да? Или нет? Можно отсюда. Немножко. Хорошо. Поточим. Погнали на место. Я все-таки думаю, что я там буду отстраиваться. И посмотрим, как это все будет выглядеть. Я сейчас взял именно деревянные фундаменты для того, чтобы посмотреть, оцениться, прицениться, примериться, так сказать. Есть, конечно, там постройки именно для этих целей, чтобы посмотреть, как это все будет выглядеть. Как они там правильно называются? Вот эти вот фреймворк. Вот их можно как-то строить, да? Они не очень много и занимают места. Ну, в смысле, недорого по ресурсам стоят. Это резко стемнело. Но в любом случае я буду переезжать вот сюда куда-то. Что-то в последнее время кажется, что меня здесь эти зайцы заколебут. Если там пантеры надоедали, то здесь вот эти вот зайцы со своим... Слышите? Где еще? Зайцы реально одолеют, наверное, вот со своим топотом этим. Ну, хотя, по идее, они не должны здесь спавниться. Вроде норм, да? Хорош. Так, давай. Это можно заточить. Это можно заточить. Это можно выкинуть. Выкинуть. Так, тухлячок. На, ты забери. Дальше здесь постройки. Давай смотреть. Нам нужно повыше сделать. Вот здесь везде будет база. Я рассчитываю. Поэтому фундамент нужно поднять выше этого уровня. Как там? Как там? Как-то это надо сделать. Откуда? Как сделать выше? Я, честно говоря, не знаю. Поэтому способ остается достаточно дебильный, но тем не менее. Вот это, наверное, самая высокая, да, точка.
ближайшей местности. А на камень ты не будешь ставиться, нет? Ну, похоже, это вот самая высокая точка, наверное. Но мне кажется, этого должно быть достаточно. Так, и куда мы поведем? Куда-то вот туда, на птицу на нашу. Давай как-нибудь отсюда бы ведем. Где она? Вон она. То есть вот отсюда туда. Ну вот здесь ощутимо поднимается. Тихо, спрячь. Да нет, давай вот так. Это уберем, чтобы не мешалось. Отлично. Вот таким нехитрым способом подняли. Лишь бы этого было не слишком высоко. Хотя вроде норм ставится пока что. Нормально? Нормально. Так, свет мне. Свет мне организуйте. Я говорю, вот эти кролики, они, наверное, достанут. Тоже все не слава богу, да? Свободен. Свободен. Все? Закончились. Так, ну вот этот угол мне не нравится, как это будет расположено все. Может быть... Может быть, треугольным фундаментом как-то это можно будет сделать. Давай-ка проверим. Вот это можно уже демолишить, по большому счету. Ну-ка. Так, ладно, готово. И мне нужен треугольный фундамент. Треугольный фундамент. Спасибо. Кролики. Как говорит, не только ценный мех. Дождик. Смотри, постоянно топает. Просто постоянно. Не, ну вот так в целом уже норм. Так мне нравится. Так, это демолишим. Это демолишим, да. Отлично. Это тоже демолишим. И это тоже демолишим. Все прекрасно. Вот. И вот к этому уже фундаменту можно будет цеплять. Смотри, они просто здесь. Они реально. Они реально тут размножаются, как кролики. Ну-ка, иди сюда. Кролячьи фермы можно делать. Так, ладно. Ресурсы вернем на базу. Возьмем тогда свежепостроенных металлических блоков. И начнем строиться потихонечку. Заколебали эти пантеры. В общем, совершенно разный уровень прилипания. То есть, смотри. Вот ставим вот эту штуку. И когда я начинаю строить, это перекрытие треугольное гораздо выше, чем квадратное. Но фишка в том, что можно строить их будет сверху. Я думаю, что та же самая хрень будет работать и с металлом. Смотри, то есть можно абсолютно спокойно сверху это все будет пристраивать. Вот таким образом. То есть даже где-то у меня попадет, что... Ну, в общем, можно какую-то красоту будет навести здесь, да?
Так, это демолиш. Это демолиш. И это остается висеть, да? Прикольно. Да хорош. Давай уже. Все. Ладно, с этими разберемся попозже, поэтому цепляем те фундаменты, которые у нас есть. Я думаю, что изначально будем что-то треугольное выкруживать. Дальше еще, например, ящики у меня еще есть. Как раз один ящик остался, он мне пригодится. Норм. А там кача такого не будет. То есть там выйдешь вот так вот на крыльцо, да, и тишина. Одни кролики топают. Да. Ну, я думаю, я там тоже, наверное, поширше размахнусь. И о, грибочки у нас подросли, к слову сказать. И уже плодоносят. Смотри. Всякие разные, но мухоморов почему-то нету. Не знаю, появится, не появится, но мы в любом случае кабанца притамим и попробуем на кабане порассекать и пофармить эти грибы. Раз ребята пишут, что на них фармить надо, значит попробуем. Так, в целом, давай, погнали. 124 веса. Это, наверное, пока не беру. Возьмем с собой. Ну давай еще несколько там пяток таких фундаментов возьмем. Просто поставим, посмотрим. А что еще? Дверь, пожалуй, я хочу еще взять. Дверь и дверной проем. Но где дверь ставить, я, честно говоря, не знаю. Ее наверняка потом придется ну, сносить. Потому что наверняка я сейчас не угадаю, где она должна стоять. К слову сказать, вес вообще нормально угадал. Так, куда-нибудь взлететь надо. Облететь этих сволочей. Вообще надо будет приземлиться, да позбивать их всех. Халявный кач. Погнали. Ну, достаточно далеко базы друг от друга будут находиться. Но я потихонечку туда все перетаскаю. А, нет, смотри-ка, здесь у нас недалеко волки бегают. Вон волк. Смотри-ка. Так что здесь тоже хищнички всякие разные водятся, да? Ну-ка. 80-й левел, 172 хп. Но это не волки, это реальная игра, это какие-то убожества сделали, а не волки. Так, ну ладно, дело не в этом. Погнали, нам нужно начать, например, как-нибудь ставить и строить, да? У нас, конечно же, база будет в ту сторону. Достаточно много расположено. Но, опять же, сама площадка будет еще и здесь. Интересно. Ну давай, дверь, допустим, будет где-то. Дверь, допустим, будет где-то здесь. Так, вот это и вот это. Просто хочу посмотреть, как оно будет выглядеть. Вот так вот. Смотри, металл в перемешку с камнем. Не, ну в целом ничего так. Ничего так смотрится, да? Здесь можно какую-то, пожалуй, типа посадочной площадки будет организовать, да? Так, ну-ка. Пододвинься. И вся основная база будет идти туда, в сторону воды, наверное. Хотя, опа, сюда не ставится уже. Сюда не ставится. Слишком высоко, говорит, наверное.
Блин, надо чуть-чуть пониже. Чуть-чуть пониже надо. Либо столбами как-то, но столбы будут высоко торчать, опять же. Короче, придется здесь, наверное, немного переделать. В общем, решил все-таки делать и делать именно на таком, на такой высоте где-то. Получается, что вот здесь просто так фундаменты положил. Решил не мудрить и сделать немножко похожее на то, что было. Частично будет из камня, частично из металла. Ну, в общем, посмотрим, как оно все будет смотреться. Будем разглядывать, будем смотреть. Потому что перепады высот, все такое, и столбы эти тоже надо будет с ними поэкспериментировать. Ну, в общем, пока что как-то вот так я наметил территорию. Сейчас давайте взлетим. Посмотрим. Как-то пока что вот так получается. Вот такая вот постройка. Я думаю, что также по центру будет... Блин, ну ты, может, зависнешь уже, нет? Хватит крыльями шуршать. Так вот, по центру будет постройка именно сама, как бы, база. А по бокам уже будет разное всякое понастроено. Всякие разные там грядки, парковочные площадки там для авиации или еще для чего-нибудь. Ну, в общем, посмотрим. Посмотрим, как оно. По ходу дела будем экспериментировать. По ходу дела будем смотреть. Вот. Рыбок наших тоже надо кормить. Айда. Айда, поехали. А где рыба? Где рыба вся? Была же. Тут пара трайков забежала. И рыбки быстро показали этим трайкам, что не стоит здесь плавать. Но овца ушла на глубину, по всей видимости. Ладно. Ладно, надо вот это будет дело как-то достраивать. Надо будет еще тащить сюда металла. Надо будет тащить сюда еще всяких разных ресурсов. И потихонечку строить. Я думаю, что... подожди. У меня вот тут пара стенок есть, но... это не совсем то, что я хотел. Я хочу поставить вот так. Вот так вот, да? Потом будет еще стоять... Подожди, у меня же были готовые. Я с фундаментами заморачивался, а это было. Нет, здесь окна я притащил. Ну, как-то... Ладно, немножко попозже продолжим, когда я здесь натаскаю еще ресурсов. Конструкция будет выглядеть приблизительно вот таким образом. Как-то... как-то вот так это все будет выглядеть. Эй! Не туда. Не туда поставил. Так. Тихо. Вот. Вот таким образом. Тихо, не маши. Пойдет. Как-то вот так это все будет выглядеть. И я думаю, что вот на эти стенки уже в дальнейшем можно будет повешать металлические шипы. И они первый этаж... Ах, ты же здесь, я подняться-то не могу просто так, да? Плохо. А я сюда, наверное, сделаю... вот эти фундаменты, которые у меня были. Вот эти. Давай попробуем сейчас поставиться, не поставиться. Просто на фундаменты он забегает, персонаж. И поэтому... вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Для,
Для чистоты эксперимента еще вот так. Во. Вот. Это будет хорошо. Как-то пока что вот такая идея. В дальнейшем все, что выше, оно будет делаться именно из камня. Это все будет выглядеть вот таким образом. Специально притащил, чтобы показать. Ну и... Ну, вот. Правда, тоже какие-то щели, дырки. Но неважно. То есть, вся конструкция будет именно вот так выглядеть. Первый вот этот этаж высотой в одну клетку, он будет абсолютно нежилой. Может быть, там какие-то технологические проходы я там оставлю, чтобы бегать, может быть, ремонтировать, либо еще что-то. Ну, скорее всего, да, сделаю, чтобы снаружи будут шипы, а внутри можно будет просто пробегать, смотреть на целостность стен, так сказать, и уже, если что, их чинить. Ну, как-то так. Вот, и вся база будет построена именно вот здесь. Да. Ну, что-то типа такого. И думаю, что вот это внутреннее все, может быть, еще на разок пройдусь треугольными фундаментами металлическими, а весь внутренний слой заложу каменными, потому что... Не хватит мне всяких ресурсов, потому что здесь вот, допустим, я еще закончу. Эй, да вот твою что налево. Это неправильно, так не должно быть. Это совершенно халатное отношение к ресурсам. Вот двух не хватило. Ну да ладно, это дело такое. Ну и в целом все, можно ставить стеночки везде. Давай, вот так, вот так. И все, да? Ну вот, начало большого проекта готов. Готово, в общем, это все. Пространство получится достаточно большое. Ну и ресурсов потребует достаточно много. В общем, территория огорожена. Ресурсов нет. Ничего нет. И на этом, собственно, все закончилось. Как-то вот так вот. Вверх будет каменный. Низ будет металлический. Там, может быть, еще пошире сделаю. На эти стенки на металлические повешаются шипы, наверное, металлические. Ну, в общем, как-то вот так это все и будет выглядеть в целом. Вот такая база получается. Непонятной формы какой-то. Ну да ладно, с этим разберемся. Давай взлетим еще. С высоты глянем. И я что-то думал. Ну вот что-то типа такого. Я, честно говоря, думал, что у меня ресурсов хватит прям построить хотя бы первый этаж, но, как показала практика, ресурсов моих было очень мало. Получается потихонечку вот такая конструкция. 5 печек стоят, плавят руду. Вот такая вот огроменная стройка. Здесь еще не перекрыл, ну... Пока что по мере необходимости все застраиваю. Эти не фундаменты даже, а заборы тоже поставил. Здесь заборчики будут стоять. И вот здесь вот такая вот, даже не знаю, помещение. Ну, в общем, основная комната. В общем, будет комнат всего одна, я так полагаю. Поэтому особо выпендриваться не буду. Остальное все будет на улице, и объемчик получился достаточно просторный. В принципе, был вариант ступеньки вот так построить, вот таким вот образом. И точно так же симметрично можно вот отсюда
сюда спустить, и будет такая и отсюда, и, ну, так симметрично, но это будет внутри. И потом пришла идея, что было бы неплохо, например, поставить вот сюда. Немножко кривовато сделал, но потом, может быть, переставлю, когда будет время. Ну, не время, а когда ресурсы накоплю вот на эти еще две. Придется стенку сносить, короче, чтобы переставить. Потому что вплотную вот эта фигня не оставится. То есть надо будет сносить стену. И, скорее всего, даже вот эту вот часть придется сносить. Потом ставить скамейку. Ой, скамейку, говорю, workbench. И после этого, в общем, такое себе. Ладно. С этими подъемами мудрил-мудрил. В общем, я сделал немножко по-другому. Немножко по-другому. Подъемчик сделал вот здесь. И он получился у меня вот такой вот, как бы, по дуге. Вот здесь, скорее всего, я сделаю таким образом. Вот от этого края пойдет вот туда плоский участок. Вот здесь будет просто крыша. И здесь будет, скорее всего, грядочки расположены. А здесь будет обычная крыша, обычное там перекрытие какое-нибудь. Ну, что-то типа такого. И здесь... Ну, вот здесь вот получается. Я думаю, даже закрывать не буду. Будет у меня круговая такая дорожка. Можно будет вокруг базы вот здесь вот таким образом и бегать. Как-то вот так вот. Ну, пока что выглядит это все достаточно просто. Застроил шипами. Тоже начал ставить шипы. И получается внешний вид базы вот такой. Ну, как-то вот так, в общем. Такие вот дела. Приходится очень долго времени тратить на полеты за рудой. Приходится очень долго времени тратить на всякую разную фигню. В принципе, львиную долю времени занимает именно добыча ресурсов. И, в общем, как-то это все долго, утомительно, и у меня уже терпения просто не хватает. Поэтому я на этом буду заканчивать, ребята, эту серию. Я между уже серией буду там ковырять, копать, еще всякой фигней заниматься. И поспать надо еще, видите? Уже все, мозги заканчиваются. В общем, все мои ресурсы, несколько часов копания металла, и в итоге кое-как наскреб на то, чтобы некоторый внешний вид придать базе. Ну, в общем, как-то так. Все, ребят, на этом с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. А с вами был Серега. Всем счастливо. Всем пока-пока. Я вот здесь еще скриншотик организую. Вот так вот. Как-нибудь. Блин, стоишь ты криво, дружище. Вот. Давай вот так строй. Отлично. Все, ребят. Всем пока-пока.